Вот сюда. Да, за голову. Он давит либо рукой вверх, либо локтем сюда, в зависимости от головки, с которой работаем. Но в принципе, плюс-минус, все головки будут задействованы на разгибании. Поэтому глубокий вдох, задержали дыхание, толкаем вверх рукой. Выдох, расслабили, и все то же самое туда. Опять толкает, опять потянули. Понятно? Запомнили, если есть болевое прям ощущение в суставе, мы не тянем там. Ну, либо пробуем поменять положение, лежа-сидя. Этот пир трицепса. Пир бицепса. Ай, вкусненько, да, тебе прям там? Не, нормально? Дай другую, дай руку. Ладно, ладно, не борщу. Сейчас. Спинку-то выпрями, давай, малыш. Вот. Вот, нашли функциональные ограничения, барьерчик. Вот, и тянем. То есть важно, чтобы она была вот параллельно телу, вот так шла. То есть вот здесь вот, не то чуть-чуть. А? Локоть болит лично. Давай пробуем так. Так, меньше. А так выше можешь пойти. Егор, а ты что фиксируешь? Кает вниз, мы туда, он вниз, мы туда. Да? То есть, опять же, сама техника понятна уже. Это важно. Что там у нас еще? Бицеп широчайшая. Широчайшие мышцы спины. Если прям вы видите, что надо поперить широчайшую. С рукой вместе перекинули через колено. Придерживаем желательно таз. А? Бросок через бедро, да, производим. Точку смеха нажимаем, и он все сразу напрягает. Ладно, расслабляй. Да я просто погладил пупсик. Ну. Вдох. И рукой прямо туда. Вместе с всем корпусом. Ладно. Вот так будет легче. Выдох, расслабили. Вот это широчайшая. Квадратка. Квадратная мышца поясницы, без широчайшей, без руки. Просим его взяться за нашу коленочку и не держаться за нее сильно, потому что, видите, он облокотился на руку здесь и не гнется дальше. Поэтому взяли, перевалили, натянули, вдох, толкаем. Ну, отсюда будет, конечно, сложновато. Вот, это вопрос по квадратке. Можно еще квадратную. Ложись на живот. Как? Моделька, моделька здоровая. Вот, ну тут надо будет прямо объяснить, что делать человеку. Нормально все. Да, натянули. Квадраточку просим его таз возвращать вот в это положение. Угу. Да, то есть не ногой толкать, а именно здесь. Выдох, расслабили. То есть подскрутили, вдох. Так еще раз, не ногой, а тазом, да? Да, то есть он делает такое движение. Вот такое. Это надо будет объяснить человеку. Ну, получается, вот как бы вот латерофлексию, вот это, боковое сгибание. Так как у нас квадратка, она из четырех таких, ой, из трех волокон состоит, она и в движении, и вот так участвует, и вот так в движении, и вот так в движении. Поэтому можно в таком формате. Можно человека стоя наклонить в бок, чтобы он стоял, просто напрягался обратно и расслаблялся. То есть также можно делать самостоятельную для себя упражнение по пиру. Вот, можно в формате в таком, то есть можно просто ножку перекинуть, но так сложнее держать, проще всегда согнуть вторую ногу и здесь через рычаг. Да, вот так вот. Поясничка? Нет, позвоночника нет проблем. Знаем такую историю, да? Вот, если боль в позвоночнике, не надо так делать. Если у человека болит поясница, не надо так делать. Да, если грыжи. Если грыжи, можно так делать, но в самый последний момент. И желательно не на первый сеанс, если вы работаете курсовую историю. Вот, если вы, допустим, прикладной кинезиолог, и вы такие вот стопудово, квадратная мышца поясницы, перепроверили 50 тысяч раз, что она все восстанавливает, тогда фигачим. Вот, в плане массажа лучше подойти к этому в последний момент. Дальше, следующий час занятия у нас будет на визуальную диагностику, и тут уже будет складываться картинка. Классный, да, рефлекс? Вот. А, это вкусненько прям. Ладно.
Ванек вообще весь болезненный у нас. Это типа специально не рефлексируешь? Не работает больше. Что у нас еще? Трапеция, верхняя порция. Ну-ка показали все, как верхнюю порцию трапеции растянуть. И все такие, ты... Положение лежа. Ложись на спину. Да, на животе будет неудобно. Голову чуть-чуть подразвернули в сторону трапеции той самой. Потому что так как позвоночник и затылок крепления, нам надо отдалить. Поэтому чуть-чуть в сторону повернули той мышцы, которую растягиваем. И наклоны в бок. Вот. Тут тоже можно поискать, где есть прям ограничения. Ну, тут, в принципе, есть вкусняшки. И он давит ухом в ту сторону. Проще будет встать вот так. Сейчас. Вот так вот. Он толкает ухом к плечу, вы придерживаете и не прям очень сильно расслабили, выдохнули. Прям не толкайте сильно, чуть-чуть здесь отводите. Опять же, вопрос, любые манипуляции шеи, мы подходим к ним в последний момент.